Размовляем правильно. Размовляем письменно. Размовляем по-белоруску. Тишиня у студии. Кто же отмовится смачно поесть? Малайчина! Новые выпуски любимой программы и ее новые удельники. Добрый день, но мы упершиню, это вот победим. Переможем. Переможем. Переможем, так. Проверьте свои веды и вы разом с Аленой Троценко. Телевикторина «Размовляем по-белоруску». Только на Беларусь 3.